Встретились два друга. Привет. Привет. И один другого спрашивает: что-то ты задумчивый какой-то. Да вот никак не решу, что мне делать. То ли машину купить, то ли жениться. А друг ему и отвечает: ну, насчет женитьбы я не советчик, а вот если машину купить, то у тебя два варианта. Ты либо разобьешься, либо нет. Если нет, это вообще... А если да, то у тебя два варианта. Тебя похоронят либо в цинковом, либо в деревянном гробу. Если в цинковом, это вообще... А если в деревянном, то у тебя есть два варианта. Ты прорастешь в траву, либо в дерево. Если в траву, это вообще... А если в дерево, то у тебя есть два варианта. Ты попадешь либо на картонную фабрику, либо на целлюлозно-бумажный комбинат. Если на картонную фабрику, то это вообще... А если на целлюлозно-бумажный комбинат, то у тебя есть два варианта. Из тебя сделают либо газетную бумагу, либо туалетную. Если газетную, это вообще... А если туалетную, то у тебя есть два варианта. Ты попадешь либо в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, то это вообще... А если в женский, то у тебя есть два варианта. Тобой будут вытираться либо спереди, либо сзади. Если сзади, это вообще... А если спереди, то подумай сам, зачем тебе жениться?